В вашем журнале «Театрал» мне больше нравится совпадение мнений с моим мнением. А не нравится мне несовпадение мнений с моими. Меня это совпадение меня очень радует, а несовпадение меня бесит и раздражает. А желаю я вам вот там и этому журналу просто выжить. Мне кажется, что это очень важно в наше такое... Сейчас пройдет год театра, и даже в год театра на театр были такие нападки. Представляете, что будет после того, как этот год пройдет? И, наконец, все начальству скажут «фас», и следующий год будет уже год... совсем не театра, а его разрушений. Понимаете, вот я очень боюсь за это. И я хочу, чтобы журнал «Театрал» выжил просто. Вот я желаю ему вот выжить. А какой он будет? Ну, я думаю, что он выживет, это уже будет большое достижение. Вот. А уж какой он будет, будет зависеть от целого ряда обстоятельств, уже следующих. Тут важно выжить. Вот. Это еще, как бы сказать, ночь простоять, да день продержаться. Вот если это произойдет, я большего вам и не желаю. Это будет замечательно.